поради. Страх розлуки із батьками. Багато хто з дітей хочуть, щоб батьки постійно були поряд із ними. Тому вони дуже нервують, коли їм на якийсь час доводиться розлучитись. Це абсолютно нормально. Та інколи справа доходить до того, що малеча не відпускає від себе батьків навіть на кілька хвилин. А коли настає час іти до садочка, бувають випадки, що дитина влаштовує істерику, і це, звичайно ж, стрес і для батьків, і для самої дитини. Що ж робити у такій ситуації? Боязнь розлуки, вона присвоєна не тільки ребенку, присуща не тільки ребенку, но і родителям в першу чергу, тому що большинство своїх страхів ми самі передаємо дітям. Вполне нормально, что ребенок боится потерять маму, потому что достаточно долгий период своего развития он находился у нас в животике, слушал наше сердцебиение. И когда ребенок уже родился, мама как голубка, она постоянно его старается опекать. При каждом зове, плаче, крике мы стараемся уточнить причину, что случилось. А ребенок тем самым привыкает, видя маму, значит, он защищен, он в безопасности. И наступает такой момент, когда ребенок начинает ползать, ходить, он начинает познавать мир. То есть он передвигается, наблюдает за тем, как передвигаются его близкие и родные. И в один прекрасный момент он может либо заиграться, либо отвлечься на что-то, а мама пошла по своим делам. Конечно же, у ребенка сразу страх, боязнь. Где же мама? Куда она делась? Бросила ли она меня? Вернется ли она? У нас такое бывало, что Есения оставалась с бабушкой, когда она плакала, боялась. Это было в 7 месяцев. А дальше такого... Потом прошло, как бы установилась связь с бабушкой. Бабушка начала приходить там на часик, сначала приносить яблочко, бананчик. И Сюша радовалась бабушке постоянно. Они играли в присутствии меня, а потом уже я могла уходить на час сначала, потом на полдня уходила, а потом уже как-то так случилось, что мне нужно было, мы с мужем взяли отпуск, и мне нужно было оставить Исюшу с бабушкой, и она оставалась спокойненько, то есть в хорошем настроении, когда она была, я уходила, с ней не прощаюсь, чтобы она не расстраивалась, ну и все, и потом бабушка как мне рассказывала уже потом, что она хорошо себя вела, не вспоминала ни маму, ни папу. То есть, ну, ему там по видеосвязи с ней один раз связались. Нормально, вела себя замечательно. Мы с малышом расставались. Максимальная разлука до 2 лет. Это было по полному 1 дню, включая ночь. Нормально. Волнения, конечно, были у двоих, но я старалась максимально заранее его немножко к этому подготовить. То, что мама уйдет, ну, очень скоро придет, что он останется с бабушкой, что будет очень весело, они будут заниматься разными веселыми занятиями, будут ходить в парк, будут смотреть на животных, будут вкусно кушать, будут играть в то, что он любит. И спустя несколько повторений ребенок сам через время вспоминал о том, что он скоро поедет, то, что он там один останется без мамы. Конечно, когда наставал этот период, он немножко, как бы, можно сказать, волновался чуть-чуть. Стосовно розставання дитини з батьками, до певного вікового проміжку є нормою, тому що дитинка, в принципі, завжди знаходиться з мамою. І у віці вже 8 місяців вона розуміє, що мама на якийсь термін може зникати. На підставі цього дитина може реагувати емоційно, вона буде плакати. Коли дитина починає вже, має можливості ходити, повзати, вона більш емоційно сприймає момент, коли мами вона не бачить, не контролює ситуацію. Звісно, в таких ситуаціях діти можуть проявляти більш емоційну реакцію, да, яка інколи батьків лякає. Для того, щоб цього не відбулося, або для того, щоб цей термін знаходився в певних вікових характеристиках і не тривав довше 3-4-5 років, мама може програти, програвати з дитиною ситуацію
мама є, мами нема. Да? Грахованки, банально грахованки. Да, вот, кстати, когда Есения была маленькая, еще там 4 месяца было, ей было все равно, кто с ней находится. Папа, мама, бабушка, дедушка. Она особо не разбиралась, где мама. Это уже когда она немножко подросла, вот с 7 месяцев она уже начала узнавать своих и начала понимать, что это мама. И когда мама уходит, это катастрофа, слезы сразу начинаются. И, конечно, очень важно, когда есть связь с бабушкой, и можно оставить с бабушкой, когда она уже понимает, что вот мама – это мама, бабушка – это бабушка. И очень важно установить связь с бабушкой, чтобы в дальнейшем можно было оставить. Нужно там сходить в магазин тот же, сходить там по делам каким-то, и чтобы можно было оставить ребенка с бабушкой. Это нужно устанавливать связь, оставлять по чуть-чуть, на часик хотя бы. Мое мнение, если ребенок боится или волнуется вот, остаться один без мамы, по крайней мере в маленьком возрасте, это объясняется тем, в нашем случае, то, что мы с ним находимся чаще всего вдвоем. Он не привык, что рядом вот, большая семья, и он спокойно может... отойти, отлучиться там, или я могу. Чаще всего мы находимся с ним вдвоем, поэтому ребенок переживает. Это логично и это нормально, то, что он волнуется, куда мама пойдет. Но при необходимости, да, оставляла, рассказывала просто, просила, объясняла, что вот там посчитаем, посчитай до 5 ты умеешь, и мама вернется. Или я говорила, что я пойду, что-то сделаю, то, о чем он в курсе, что мы там часто делаем, чем мы занимаемся. И он соглашался. Очень часто сами родители допускают ряд ошибок, воспитывая у ребенка тревогу, да, боязнь потерять маму. То есть ярким примером является не только подготовка ребенка к садику или тот же первый класс, хотя, казалось бы, дети достаточно большие, но и с самого начала, грубо говоря. Нужно ребенку давать немножко самостоятельности, чтобы ребенок сам развивался, понимал, у них ведь в детстве нет чувства времени, да? Приду после обеда, когда будет после обеда. То есть у ребенка проснулся, поел, поиграл, поспал, будь здорово, пообедал. Снова поспал. Поэтому очень четко следить вот, да, за распорядком дня ребенка. Если мы что-то обещаем, что мамочка обязательно вернется, мамочка тебя заберет. Очень важно говорить, что мы будем после этого делать. Значит, у мамы есть планы на этот день. Безпосередньо сама мама повинна спокійніше реагувати на сльози дитини. Чим більш емоційно вона на це реагує, тим більша емоційна реакція дитини, тому що вона відчуває маму. Вона спостерігає за нею, вона відчуває її, вона її розуміє, вона її ніби щитує. Да? Для того, щоб дитина спокійно сприймала ваше розставання, мама сама має до цього підготуватися. Вона має з дитиною про це поговорити, пояснити. Якщо це дуже маленька дитина, то тоді мама має більш спокійніше виходити з кімнати. Да? Вона має її обійняти, поцілувати і вийти непомічено, відвлікти. Має хтось третій, кого мама запросить на цей період знаходитися з дитиною, бабуся або няня, відвлікти. Родителям не бояться, родителям, наоборот, стараться готовить себя, готовить ребенка для того, чтобы в любой момент, когда нужно, такие ситуации заканчивались как можно меньшими стрессами, слезами, возможно, у детей, также и у родителей. Нередки случаи, когда дети просто вот какой-то нитью привязаны к матери, и они не могут ее отпустить ни на одну минуточку, ни на одну секундочку. То есть ребенок постоянно требует внимания, постоянно требует заботы, требует какого-то чувства защищенности. То есть это, не знаю, у мамы как прям карма такая сопровождает своего ребенка. Они за ноги хватают и обнимают, и получается, что я люблю ребенка, ну а задрать от себя я его просто не могу, потому что он настолько плотно держит. Это опять-таки говорит о том, что это страх. Страх потерять маму, страх оставить ее на минутку, страх разлучиться. Что бы я хотела посоветовать, это чтобы устанавливалась связь с бабушкой и внучкой, чтобы у них были какие-то своеобразные ритуалы,
там принести яблочко, печенька, бананчик, чтобы они радовались бабушке. И тогда ребенок будет спокойно находиться с бабушкой без проблем, не плача, не зовя маму. Краще за все з маличку привчити дитину до того, що окрім мами або тата, за нею інколи можуть доглядати й інші близькі родинні люди. Бабусі, дідусі, друзі батьків або навіть няня. Якщо ж такої можливості немає, намагайтеся по кілька хвилин залишати малечу у ліжечку на самоті, зацікавивши її якоюсь іграшкою. Та пам'ятайте, тільки любов, ласка і терпіння допоможуть вам у цій справі.